Запись идет. Дубль третий. Какое здание, таких не видел белый свет. Похоже, Саня, заседание, а вот президиума нет. Чего ж тут делается, Сань? Все трезвые, куда ни глянь, а говорят, артисты пьянь. Ответь мне, Сань! Брат, на грубость нарываешься. Кого обидеть норовишь? Гляди, артист, да кувыркайся. Ты прямо гнесиный хамишь. Ты мне смотри спокойно, Миш. Ты сейчас Хохлова разозлишь и весь концерт испортишь лишь. Спокойно, Миш. Ой, Сань, гляди, аудитория, такой не видел белый свет. Походу, Сань, консерватория, и говорят, потом банкет. У всех такой серьезный вид, директор впереди сидит, узнал нас вроде, а молчит, вот индивид. Миша, брось свои амбиции. Тебе, ей-бог, не угодишь. У нашей школы же ж традиции, у нашей школы же ж престиж. Выпускники тут празднуют, и гости радостно снуют. Плесни мне в рюмку абсолют. А где салют? Ой, Шура, что же за название? Похоже, МССМШ. Я вроде здесь искал призвание, а сейчас не помню ни шиша. Хотя я помню звук детей из струн, я помню, тут играл Сапрун, и Верку делала тайфун, смычок, гарпун. Миша, брось воспоминания. Сегодня мы глядим вперед. И цитадель искусства знания поздравить наш пришел черед. Давай споем от сердца, брат, музыкальных наших врат, и сделаем в искусство вклад. Дуум вират. Поем тебе, МССМШ, ты, кто соединяешь со скрипкой малыша, ты его наставляешь. Прославлен твой путь, убранство лучезарно. После ремонта блаженствуй в чертогах твоих. Счастье.
счастья, счастья. Гнесинка снова с нами. Счастья, счастья. Гнесинка снова с нами. Поем тебе и поздравляем МСС Мша.